Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет опять видео распаковочка посылок с сайта AliExpress. Давайте откроем нашу первую посылочку. Аккуратненько, чтобы ничего не порезать. О, я уже вижу, что мне пришло. Что заехала нормально. Таком вот мешочке. Это мне пришла вот такая вот сумочка небольшая с таким вот милым оленем. Да, я почему-то думала, ну, красный цвет, на самом деле, он не такой яркий, он больше как такой бордово-коричневый, красный, или винный называется. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Здесь внутри вот такая вот штука, форма держалась. О, как мило. Вот ручка такая вот идет в комплекте, длинненькая. Такая вот записочка и такой вот подарочек, резинка. Да, китайцы могут, конечно, удивлять такими маленькими подарочками. Вот написали мне такую вот записочку. Любят они просить, конечно, хорошие отзывы себе. Такая вот сумка, такой вот ремешок. Ну, что я могу сказать? Выполнена она качественно, швы все ровненькие. Немножко... Конечно, есть такой запах, какой-то клея или того материала, кожзама. Ну, а так в целом сумочка неплохая. Но я почему-то думала, что она будет такая больше ярко-красная. Она такая, как винно-красная. Ну, в целом я довольна. Следующие посылки, это вот такие вот две маленькие. Давайте посмотрим, что в них пришло. Это пришел такой вот брелочек. Шел он мне на месяца два где-то. Такой вот бомбончик розовенький, мягенький. Помялся, конечно, немножко. Вот такой вот. Такой приятненький. Да. И следующая посылочка. Тут какая-то коробочка вроде бы внутри. Такая вот милая коробочка. Интересно, что в этой коробочке. Это вот мне прислали такие вот сережки, и продавец упаковал их в такую коробочку. Сережки с картиной Ван Гога. Класс. А они что, идут без застежек? А нет, застежками все нормально. Такие вот. Они такие вот небольшие гвоздички. Ну, прикольные сережки. Следующие у меня посылочки такие вот тоже маленькие. Давайте посмотрим, что в них. В этой посылочке мне пришли такие вот ножнички, я заказывала, фигурные. У меня уже были одни, ну, немножко с другой резьбой, эти вот такие вот. Посмотрю, как они будут в действии, буду делать открыточки, разные поделки. Кстати, эти ножнички — это классная вещь. Еще одна посылочка. Это мне пришли носочки. Такие вот зимние веселые носочки со снеговичком.
Очень классненькие. Я себе в прошлом году заказывала с Дедом Морозом. Тоже такие классные. Ну, по качеству они очень хорошенькие. Такие вот достаточно прикольные. Прикольные. Вот. Откроем следующие посылки. Вот такая вот маленькая, что-то тут мягенькое внутри. О, это пришли такие вот, класс, такие вот очень красивые сережечки, елочки. Уже камера не передает, но они очень красивые. Такой вот камушек. Супер, давайте откроем, посмотрим, как они сделаны. Шли они немножечко больше месяца. Крутые такие, такие вот застежки. Очень красивые сережки. Вот такие вот. Я очень довольна сережками. Следующая посылка вот такая вот. Не знаю даже, что в ней. Что-то такое твердое. Даже не знаю. Не помню уже, что я такое заказывала. Поняла, класс. Это пришли мне такие вот зонтики. Круто, они такие большие. Я почему-то не думала, что они будут такие большие. Такие вот тут идут три липучки. Такие вот три... крышки зонтика. И такие вот запчасти тут идут. Это надо будет собрать. И можно такие зонтики. У них можно что-то ложить, что-то вешать. Это очень крутая вещь. Я потом соберу, может быть, покажу, как они в собранном виде. Или скину вам ссылочку и посмотрите на фотографиях, как они выглядят. Вот такие вот. Три цвета. Дальше у меня вот такие вот посылки. Ой, это пришли такие вот сережки-пушистики, я заказывала. Такие вот сережки-пушистики пришли мне. Они вот такие вот похожи на пусеты. Тут вот такая вот бусинка, а тут такие вот пушистики. Такие вот они светло-розовые. Такие вот прикольненькие. Дальше такая посылка. И тут пришли вот такие вот... Ой, где фокус? Пришли такие вот сережечки с барашками красненькими. Такие очень прикольные сережечки. Гвоздики. Вот такие вот оленята. Брысь. Кошка мешает.
такі от сережки оленята вторые. Такие вот две сережки. Головки оленят. И вот такие вот барашки. Очень они такие миленькие. Рожки у них из камушек. Сами они красненькие. Там были черные и красные. Ну, как я люблю красный цвет, заказала себе вот красненьких. Мне очень нравятся эти сережечки. Дальше я раскрываю вот такую вот посылку. О, это пришли такие вот бомбончики цветные. Это я брала для рукоделия. Тут их должно быть 100 штук. Где фокус? Вот такие вот бомбошки. Такие вот они мягенькие, такие крутые. Класс. Не знаю, пересчитывать я сейчас не буду. Буду надеяться, что их здесь все-таки 100 штук. Они такие очень прикольненькие. Такие яркие. Классненько.